В день города традиционно организовывают различные мероприятия. Одно из них прямо сейчас происходит за моей спиной. Это соревнование по стрит-воркауту. В этот раз к обычным категориям добавили еще одну. Это стрит-лифтинг. Стритлифтинг – это дисциплина, в которой участники выполняют два упражнения с дополнительным весом – подтягивание на турнике и отжимания на брусьях. Количество любителей стрит-воркаута день за днем растет. Около, наверное, 2-3 тысяч уже человек, любителей. Победа в стрит-воркауте присуждается за большее количество сделанных упражнений. В этот раз соревнования привлекли более 50 человек. Среди опытных спортсменов и новичков разыгрывалось 12 медалей. Будут 4 номинации. Первая номинация – это подтягивание на турнике с 32 килограмма. А также будет номинация по отжиманию на брусьях 48 килограмм, дополнительный килограмм. И будут две номинации – это подтягивание без веса на турнике и отжимания на брусьях. Главным гостем соревнований стал тренер международной команды «Барбарс» из Казахстана Айтым Джакупов. Он уже приезжал посмотреть на аналогичные состязания 3 года назад и поэтому смог оценить, насколько изменился уровень кыргызстанских спортсменов на сегодняшний день. Недавно мы ездили в Москву. Кыргызстан также принял участие в этих соревнованиях. Из 5 стран Кыргызстан вошел в тройку лучших стран из 5. Поэтому, я думаю, это очень хорошая подготовка. И на сегодняшний день уже очень хороший уровень, чтобы участвовать и на других мировых аренах именно по направлению стрит-воркаута. 4 номинации помогли участникам показать себя с разных сторон. А простые любители стрит-воркаута выступали вне дисциплин. Как, например, 50-летний Данияр Османалиев, для которого подтягивание на турнике не является проблемой. Я занимаюсь физкультурой и спортом, да, я бегаю. В основном, как бы, моя специализация – это бег. Ну, а подтягивание необходимо для того, чтобы держать в тонусе мышцы, потому что бегуну нужны крепкие мышцы спины, поэтому вот и я также подтягиваюсь. Даже после окончательных подсчетов очков некоторым участникам пришлось попотеть. За 3-е место в категории отжимания на брусьях плюс 48 килограмм победу присудили Артуру Бегалееву. Он отжался 60 раз. А вот победителями в самых тяжелых в буквальном смысле номинациях стали Рыскулов Сулайман и Карека Балгазиев. Ну, сегодняшние соревнования прошли хорошо, но соперники, не сказал бы, что сильные, ну, достойные. Да, сильные были. Постарались, чтобы выиграть. Ну, выиграли. Федерация стрит-воркаута в Кыргызстане существует уже 4-й год. За это время было проведено огромное количество соревнований. Принять участие в них всегда может любой желающий. А это отличный повод привести себя в форму и отправиться покорять пьедесталы грядущих состязаний.